Наша Вселенная – это 250 миллиардов галактик, и каждая насчитывает в среднем около 300 миллиардов звезд. Эта удивительная система работает по определенным правилам, в определенном порядке. Земля является лишь малой частью огромной Вселенной. Наша планета представляет собой сложную систему, построенную на детально продуманном балансе. Земля, в отличие от других небесных тел, обладает атмосферой. Вода занимает большую часть планеты. Без этой живительной влаги жизнь на Земле была бы невозможна. Богатая растительность, воздушный океан, оптимальное расстояние от Солнца – все это также способствовало развитию жизни. Животный мир нашей планеты удивительно разнообразен. Миллионы животных и растений различных видов гармонично сосуществуют на ней. Эта гармония настолько идеальна, что при отсутствии бездумного вмешательства человека могла бы существовать бесконечно. Откуда же все-таки появилась жизнь на Земле? Если присмотреться к земным обитателям внимательнее, можно легко убедиться, что они очень разумно устроены. Все они оснащены детальной комплексной системой, обеспечивающей им удобное и комфортное существование на этой планете. Таким образом, если животный и растительный мир спланирован, разработан и приведен в действие, следовательно, у него обязательно должен быть свой Создатель. И этот Создатель – Бог, сотворивший все из небытия – и небо, и землю, и все живое. Он – тот, кто создал это и придал всему форму. Теория эволюции, появившаяся в XIX веке, опровергает очевидный факт создания жизни Богом. Эта теория заключает в себе мысль о том, что все живое появилось совершенно случайно. Человеком, выдвинувшим эту теорию, был естествовед-любитель Чарльз Дарвин. Он раскрыл свою теорию в книге «Происхождение видов путем естественного отбора», опубликованные в 1859 году. Это произведение в короткий срок завоевало популярность. Причиной тому была не научная ценность книги, а сам идеологический подход, проповедуемый в ней. Дарвин обеспечил поддержку материалистической философии, отрицающей существование Бога. Ее фанатичные приверженцы страстно поддерживали эту идею. Именно Чарльзу Дарвину, основатель диалектического материализма Карл Маркс, посвятил свой знаменитый труд «Капитал». В дарственном экземпляре Маркс написал:
Дарвину от пылкого поклонника. Согласно дарвиновской теории, все живые существа произошли от одного предка и развивались на протяжении долгого времени, подвергаясь постоянным изменениям. Сам же Дарвин не мог предоставить миру ни одного доказательства своей теории. Более того, сам автор теории эволюции осознавал, что существует множество фактов, служащих опровержением его детища. Дарвину пришлось признать их в одной из глав книги, носящей название «Затруднения, встречаемые теории». Он надеялся, что эти сложности исчезнут с развитием науки. Но, к счастью, развивающаяся наука начнет опровергать одно за другим казавшиеся нерушимыми постулаты теории эволюции. Дарвин считал, что все живые существа произошли от одного общего предка. В таком случае уместен вопрос: откуда же появилось первое живое существо? Дарвин ничего не упоминает об этом в своей книге. Он понимал, что это сделает его теорию весьма шаткой. В соответствии с примитивными понятиями эпохи Средневековья, считалось, что все живые существа содержат в себе очень простую структуру. По одной из наиболее известных материалистических теорий того времени, самопроизвольное зарождение считалось, что живые существа могут произойти от неживых. В период популярности этой теории была широко распространена мысль о том, что лягушки происходят из грязи, а насекомые – из остатков еды. В доказательство были даже произведены интересные опыты. Так на кусок загрязненной материи насыпали немного зерна. Впоследствии из этой смеси ожидалось появление мышей. Зачервившее мясо считалось доказательством возможности зарождения жизни на неживой материи. Как позже выяснилось, мясные черви не могут возникнуть сами по себе. Они возникают из микроскопических яиц, невидимых невооруженному человеческому глазу. Во времена выдвижения дарвиновской теории эволюции идея о происхождении микроорганизмов из неживых материй также получила широкое распространение в научном мире. Спустя 5 лет после выхода в свет книги Дарвина «Происхождение видов» известный французский биолог Луи Пастер научным путем отверг теорию, выдвинутую Дарвином. После длительной работы, в результате проведения множества опытов, ученый сделал следующий вывод. Идея возможности создания жизни из неживой материи теперь окончательно канула в историю. Первым эволюционистом, затронувшим в 20 веке тайну происхождения жизни, был известный русский биолог Александр Опарин. Целью исследования ученого было выяснить, как же образовалась первая живая клетка, которую теория эволюции считала предком всех живых существ. Усилия Опарина окажутся безуспешными, и он будет вынужден признать следующее. К сожалению, происхождение клетки образует самую темную точку, затягивающую в себя всю теорию эволюции. Эволюционисты, идущие по пути Опарина, ставили опыты с целью дать эволюционное объяснение возникновению жизни. Самый известный из этих опытов был произведен американским химиком Стэнли Миллером в 1953 году. При проведении одного из опытов Миллер использовал газ, который, по его предположениям, находился в атмосфере в период зарождения жизни. В результате опыта ученому действительно удалось получить несколько простых органических молекул. Но, как выяснилось в последующие годы, воспринятый тогда как важное открытие в теории эволюции, этот опыт не отражал действительности.
Позже обнаружилось, что газы, использованные при проведении опыта, не имеют никакой связи с когда-то существовавшими газами древней атмосферы. Позже сам Миллер признает неудачу этого опыта. Таким образом, все попытки эволюционистов 20 века, имевшие целью объяснить происхождение жизни, закончились безуспешно. Один из известных сторонников теории эволюции, профессор геохимии Джеффри Бада, в февральском номере за 1998 год передового журнала об эволюции «Земля» признает следующее. Сегодня, оставляя позади 20 век и входя в 21-й, мы до сих пор сталкиваемся с преследующей нас проблемой, как началась жизнь на Земле. Самым большим тупиком для теории эволюции является невероятно сложное строение клетки, объяснить которое случайностью просто невозможно. Все живые существа состоят из клеток, размеры которых составляют сотые доли миллиметра. Некоторые организмы состоят всего лишь из одной такой клетки, но даже они имеют очень сложную структуру. Эти организмы обладают различными функциями, необходимыми для жизни, и даже мини-двигательными, приводящими их в движение. Во времена Дарвина ничего не было известно о структуре клетки. Примитивные микроскопы того времени давали представление о клетке как об элементарном пятне. Разработанные в середине 20 века электронные микроскопы показали сложную и упорядоченную структуру клетки. Живая клетка включает в себя тысячи частиц, взаимодействующих друг с другом. Клетка заключает внутри себя механизмы, которые вырабатывают